Добрый день, дорогие друзья! Сегодня обзор из Костко, который я сделала немножечко в другом формате. Вещи уже были разложены, поэтому показываю все отдельно на следующий день. Можете наблюдать хумус. Две упаковки продавались вместе. Кстати, мясо, которое вы увидите, я уже его разложила, поэтому вот показывать на развес буду. Сыр. В этом сыре почти килограмм. Я его использую для горячих бутербродов, для салата, для пиццы. Вот можно брать. Ну, салат вот кто... Снежок, например, делает. Это колбаска для бутербродиков или просто так пожевать. Дети у меня в трубочку скручивают и едят. Называется это хэм или на русском мы знаем как ветчина. Яйца. Здесь у нас упаковочка из 30 штук. Я купила таких 2. Ну, естественно, это уже расчет на месяц. Цветная капуста. Ее беру я крайне редко, ну, может быть, где-то раз в полгода. Здесь она в холодильниках лежит, в больших, в Костко. Здесь, по-моему, где-то около 1,5 килограмма. Можно приварить с майонезиком, можно в духовке, в сухариках. Ну, в общем, кто как любит. Кто в супчик. Ну, это хэм, самая популярная еда вообще в Северной Америке. В данном случае у нас будут гости. Я купила для гостей на стол. Я вывариваю этот кусок в течение часа, либо просто в духовке час. Итак, вот тот развес, о котором я говорила. Я купила упаковку большую свиного фарша. Примерно 3 килограмма там было. Значит, из него я могу делать такос, начинку, пельмешки. Обычно еще я могу делать митболс, да, мясные шарики, и также суп с фрикадельками, с мясными шариками, как он называется. Примерно это то, что я делаю из фарша. Вы часто просто меня спрашиваете об этом. То же самое пульки у нас. Тут тоже вы видите фрагмент пулек только лишь. Остальные уже спрятаны были. Из них я готовлю. Либо вот так в духовке делаю пульки, либо куриный суп. То есть он просто как бы на курином бульоне. Либо вот это уже сам бульончик. Просто бульончик, который с лапшичкой я делаю. Салатик тоже, опять-таки, к гостям. Приходят гости. Это уже готовый порезанный с соусом внутри. Достаточно быстрое решение. Хорошая продукция. Йогурт. И здесь вы видите только фрагмент упаковки. На самом деле здесь 12, вообще их 24 упаковки, это самые дешевые йогурты в Костко. Стручковая фасоль, очень ее люблю, беру не часто, но беру. Делаю суп для Кости любимый или просто прижариваю с чесночком, или в духовке можно с картошечкой, очень вкусно. Это филе рыбы хэддок, хэддок филе. Узнала, что на русском это пикша из семейства тресковых. Если вам это о чем-то говорит, отлично. Я ее делаю либо в духовке тоже, либо можно поджарить, либо тушу в томате. Очень вкусно. Такая подлива из томата. Овощные миксы мои фиксы. Овощные миксы мои самые любимые. Костко был очередной какой-то микс. У них часто бывают новые смеси. Ну, в общем, выглядит красиво то, что черная упаковка, плюс все, что я люблю внутри. Это сосиски. Здесь, по-моему, 2 килограмма сейчас будет написано на ценнике. Тоже их можно на барбекю, их можно жарить как на завтрак на сковороде, и можно делать в духовочке. 2 килограмма, да. Цена за 2 килограмма. Масло. Масло я беру обычно не соленое, мы не любим. Этих упаковок мне хватит где-то месяца на 2, наверное. Ну и в продолжение к моим новостям. B12 нужен был витамин. Вот B12. Каждая таблетка содержит 1200 вот этих миллиграмм. И здесь 180 штук. Ой, Sesame Snaps. Это очень вкусная вещь.
Это из кунжутного семя. Просто, видимо, как-то это слеплено все вместе. Вот такие 4 пластиночки в каждой штучке. И всего таких вот штучек 36 здесь. Я беру в основном кости на работу, на снак. Ну, как вы понимаете, где-то иногда с кофе потягиваю тоже. Сейчас узнала, что, оказывается, Габи тоже их любит. Поэтому, в общем, конечно, на 36 дней этого не хватит. Ну, дай бог, чтобы дней на 15 хватило. Мука моя любимая. Где-то брали мы последний раз в сентябре. Вот сейчас опять пришло время брать 10 килограмм этой упаковки на пельмешки, вареники и все остальное. Tester Choice. Вообще, здесь в этой упаковке 315 грамм. Обычно мы берем 400 грамм. Но у них сейчас не было 400 грамм. Было только это, и оно было по скидке. Вместо 13,99 за 11,99. Но пришлось брать. Не было выбора, а кофе нужно закончилось. Excel. Это жвачки. Тоже у нас уже закончились давно. Значит, тоже продается такая большая упаковочка. В ней 12 штук. То есть в этой упаковке, в этой коробке 12 штук. И в каждой вот этой штучке, по-моему, 12 подушечек. Я, кстати, так и не посчитала. Или 10, или 12. Ну, нам этого надолго хватает. Вкусы не очень у них там избранные. Все такие ядреные, что мозги аж трезвеют от жевания. Вот это более-менее ментоловая, самая такая нормальная. Молочко мы берем 2%. Это только лишь одна упаковка. Таких 3 штуки. И вообще, в общем количестве их 4 литра. Окей, сейчас вы можете наблюдать нитку для зубов. Флоссинг делать. Это наше любимое с Костей дело. Особенно Костя любит. Ну и все дантисты советуют, стоматологи. В общем, в Costco такая упаковка 6 штучек стоит, считайте, $15. Вот и все.